Ладно, убедил. Я зайду, посмотрю, что у нас тут творится. Вот они, разработчики всей этой наркомании. Смотрите им прямо в лицо, а точнее в клюв. Мы против красных смайликов с крестиками между глаз. Мы против... Мы же правда против красных смайликов с крестиками между глаз, да? Да. Мы против красных смайликов с... Всем привет, ребят, с вами Вайнд. Сегодня мы поиграем в одну очень интересную игру. Сразу предупрежу, что она странная. Она очень странная. Как только я увидел, она мне понравилась сразу. Делай, что хочешь, иди куда хочешь, разговаривай со всеми подряд, исследуй мир, и никто тебя не осудит. А сегодня мы постараемся понять, что вообще тут творится. Поэтому давайте, больше тянуть не буду. Всем приятного просмотра, мы начнем. Погнали! Проснулись мы опять фиг пойми где. Не, ну слушайте, уютненько так. Тут дощечка поставили, там все красивенько. Колоночки и главное компьютер. О-хо-хо-хо-хо, ну конечно же, без рисования тут никак. Я могу забраться, да? Могу забраться. О, голубь. Не теряя ни минуты, я отправился исследовать местность. И мне удалось даже поговорить с одним дядькой. Ты из вандалов ведь? Я? Нет. Я бы тебя выгнал, но у меня перерыв. Отличный работник. А на крыше еще один такой же дебил художник сидит. Хуже вандалов только молодежь. А хуже молодежи только моя гребаная работа. Вот бы ненавидеть молодежь и получать за это бабки. Вот это я понимаю, красота, нужно это заснять. Так, чик. Во, гляньте, как красиво получилось. Я даже знаю, кому это нужно показать и кому это точно понравится. Смотри, что я сделал. Зайдя в какой-то дом, я нашел спящего деда. О, дед спит. О, ему точно понравится, если я разрисую эту уборную. Ну-кась. Во, гляньте. Красивая фоточка. Так, интересно, если я упаду в воду, что-нибудь... Это не вода, это какая-то жижа, блин. В чем весь этот остров? Я не пойму, почему тут все так странно. О, а вот ты! Я, муха сидит, это мой коллега, оказывается. Привет, призрак. Ищешь новые точки для тегов? Простите, я хочу делать нормальную атмосферу. Тут я уже работаю, а ты бомби с другой стороны. О! Понял, спасибо. Во! Глянь, как красиво! Подними задницу, посмотри. Тебе нужна камера, чтобы искать точки. По-моему, там внизу валялась камера, забери себе. Ладно, пойдемте от него, странный тип какой-то. На пути дальше я встретил бассейн, но, увы, он не работал. О, бассейн! Немножко неубранный, конечно, но какая разница? Если есть бассейн, значит есть бассейн. Это что у нас? Надувная? Ее можно двигать даже, смотри, какая она классная. О, электрик, мы что-то чиним. Ну да, бассейн сломался. Потому что в него суд все подряд. Может, если нажать на кнопку, все починится? Офигенный себе электрик, друг мой. Я тут даже не работаю, просто поплавать хочу. Это наш пловец, чемпион мира, самый быстрый. Раз нельзя плавать с коктейлем в бассейне, хоть в душе нажрусь. Блять, что с игрой, я не пойму. Бухло, оно душу очищает. И мозги промывает. Вот это правильно. А когда мозги промытые, ты прям как дельфин делаешься. Ну, видно, у тебя уже мозги промытые, 100%. А дельфины защищают людей от вампиров. Очень-очень странный тип. Ладно, я тебе мешать не буду. Бухай и нажирайся по душам дальше, а я пойду. Погнали быстрее, пока он не узнал то, что я реально вампир. После такой долгой пикотни я захотел поесть и отправился к ближайшей закусочной. Денег у тебя все равно нет, так что посмотри в мусорке. Мусор к твоим услугам, или вон можешь слизняка сожрать. Они вроде как называются банановыми, но на вкус как тухлый йогурт. Спасибо. Я тебя тоже угощу. Гляньте, как хавает, так вкусно чавкает, вы просто послушайте. Поделись со мной, а? Ну поделись, ты видишь, я нуждаюсь, ну поделись, дай хотя бы... Я тебе все сейчас вот испорчу. Дай бургер, у тебя 3 бургера заказал, ты че, офигел?
Из-за эгоистичного кассира и жадного посетителя мне поесть не удалось, поэтому я отправился дальше исследовать этот город. А можно научите меня также, пожалуйста? Ну не смотрите, ноги макаронины, у меня вроде все в порядке. Я, конечно, себя никогда не видел в зеркале, но научишь так же. Вообще уже неделя прошла. А может и больше. Да хрена, короче. То ли прикольно, то ли стрёмно. Ладно, я передумал, не надо учить меня. Рядом была какая-то своеобразная квартира, и мне стало интересно, может там есть тот, кто мне обо всем расскажет? Но мои надежды рухнули, когда я увидел все это. Эй, бро, ты не знаешь, что тут за крутые чуваки вращают зумики? Я бы скурил парочку в своем бонге. Что вы за слова говорите? Я вообще вас не понимаю. Бонги, бдыщи, что это такое? О, это я сижу. Что-то делаю, делаю вид, что работаю. Что? Я занят, у меня очень важная работа. Не, ну я же говорю, я же не вру. Ненавижу этих тварей. Голуби зло. Вся пресса правого крыла принадлежит голубям. Еще они везде гадят. Белое птичье дерьмо для белых. Осуждаю. Ни за что не называй им свое имя. Меня Амир зовут. А тебя как? Ладно, убедил. Я зайду, посмотрю, что у нас тут творится. Фига вы тут засматриваетесь. Это вы что, телек? А, ну ладно, все, я вам не мешаю. Я пойду, главное не прикасайтесь ко мне. Вот они, разработчики всей этой наркомании. Смотрите им прямо в лицо, а точнее в клюв. Не трогай штангу! Я настоящий мужик! Я очень слабый и не принимаю чужую помощь! Ну, видимо, ему нормально. Не получив ответа, я отправился в закоулки этого странного города, где наткнулся на человека, которому явно нужна была моя помощь. Забираемся сюда, проходим сюда, забираемся на вот эту вот механическую руку, и здесь скорее... Нифига себе, она держит это все. Так, аккуратненько, и вот сюда. Все. Теперь нужно подумать, куда дальше. Неужели нужно прыгнуть туда, потому что другого выхода я не вижу, тут контейнер, там контейнер. Что это? О, там кто-то сидит, значит уже кто-то забрался. Я шо, лох что ли? Я тоже заберусь. Давайте, раз, два, пап. Получилось! Ура, теперь сюда походу. Сюда, нифига себе паркур. А, он там не сидит, он там падает. Ну ладно, сейчас поможем. Так, значит, мне сюда, капец, я высоко забрался, главное не упасть. А то ни его не спасу, ни меня не спасу, ёлки, я чуть не упал. Как тут скользко! Ты как сюда забрался вообще? Так, аккуратненько сюда, сюда. С тобой там все нормально, я сам очень сильно боюсь, давай. Я хотел справиться с депрессией, не помогло. Идиот. Я раньше приходил сюда с камерой, а потом сидел и курил сиги. Ну ты и идиот, конечно, знаете, хочется так наступить на его пальчики, раз, два, смотрите на его лицо. Так, давайте еще раз. Я попробовал все способы отвлечься, и все равно чувствую себя как золотая рыбка в гребаном стакане. Ну, в общем, надеюсь, я тебе помог, спасибо, что ты мне рассказал истории. Я ничего, конечно, не сделал, но надеюсь, помог, все, беси дальше, я пойду. Теряя надежду получить хоть какой-то ответ, я пошел к более-менее оживленной площади. Думаю, что хоть там кто-нибудь мне поможет. Все мои змеи разбежались. Возвращать их мне не надо, но я подумал, что надо всем рассказать. У нас были нездоровые отношения. Как только пострадало качество общения, все остальное тоже испортилось. И вообще они пытались меня сожрать. Здравствуйте, мистер. Можно мне один хот-дог, пожалуйста? Сколько он у вас стоит? Нифига себе, у вас тут три стулька. А для кого три стулька? Нет, слушайте, мне что-то перехотелось хот-догов есть. Спасибо, спасибо большое. О, тип, тот самый, который бежал. Ой, здравствуйте, до свидания. Стой, стой, пожалуйста, стой, стой. Вот бегаю в своих наушниках все время и нифига ничего не слышат. Молодой человек, давайте без глупостей, хорошо? Я, знаешь ли, очень замкнутый человек. Да я понял, что ты очень замкнутый. Ты прям держишься, чтобы тебя не раскрыли. Идиот. Идиот! Я подумал, может что-нибудь станет, если я просто посижу около него. Я понял. Эта игра куда интереснее, чем я думал.
что у вас тут? Восстание клонов, я не пойму. Что происходит? Здравствуйте. У тебя что, два глаза? А ну иди отсюда. Мы против красных смайликов с крестиками между глаз. Мы против... Мы же правда против красных смайликов с крестиками между глаз, да? Да. Мы против красных смайликов с... Тут снизу чья-то берлога. Вау, нифига тут красиво. Тут даже стульчик свой... О, здравствуйте. Нифига себе, это прям как мой домик. Ух ты, это что? Глаза вандала. Глаза легенды вандала. Довольно гадкие. Спасибо, спасибо, но... Это, конечно, все интересно, не знаю, зачем мне эти глаза, но тут есть, смотрите, какой брутальный дед серый сидит, отдыхает, шутя. Мои глаза у тебя. Отдай мне свои. Ты что, издеваешься, дед? Дед, давайте я пойду отсюда. Возвращайся, когда станешь королем, и получишь мою корону. Дед, ты обкуренный, что ли, я не пойму. Зайдя в здание напротив, я увидел еще больше странностей. Хотя, может быть, для этого мира это вполне нормально. Повара! Я думаю, тебе там очень комфортно, да? По-моему, здесь воняет дохлым маскотом. И рука болит. Может, надо в цикл жизни сходить? Не, ну слушай, у тебя с рукой все в порядке. Я тебе как врач говорю, так что все отлично. Ты можешь дальше работать. О, май гад. Ух ты. Ну-ка, что ты скажешь? Ничего, можешь смотреть, если хочешь. Я пойду отсюда. Я так понимаю, у меня появились конкуренты, да? Это что за сраные картины? Это что за фигня такая? Вообще некрасиво, не эстетично. О, красная кнопочка. Могу нажать. А что стало? А, я дебил, дверь открылась. Вот эта вот странная дверь. Нифига себе, как все продумано. Это те самые тегеры. Странные. Кто это тут лежит? Ой, о, простите. Золотой унитаз. Что только нужно. Что за тегер такой богатый, а? Можно со мной поделиться? Еще одна кнопка. Ну-ка, нажал, открылась какая-то странная дверь. Ой. А, так мне сюда наступать нельзя. Нифига себе, какая сложная загадка. Бамс. А, подождите, реально сложная. Стоп. Может, аккуратненько вот так под камеры пройти? Да не, это не работает. Так, ладно, оставим это на потом. Скорее всего, нам тут что-то будет нужно, потому что я вообще не понимаю, как это открыть, оно вообще никак не поддается. Я подумал, что я вообще не из этого мира, иначе почему я настолько сильный для него? И я решил сократить путь прыжком вниз. В итоге я оказался в больнице. Как вообще кто-то мог вломиться в больницу и спереть койку? Спаси. Тут даже кот курит. Это кот, и он курит. Что за коты пошли, а? Капец, все курят. Как так можно, ёлки-палки? Птица! Птица! Не могу с тобой разговаривать и одновременно смотреть на эту штуку. Здравствуйте. Я вижу, у вас хорошее настроение. Работу прогуливаете, да? Сидите, блин, со своей змеей тут спокойненько курите. О, котейка, милый, милый, милый. Котейка. Какой-то гриб. Ой. Ой, а что я съел? Помогите, мне как-то плохо стало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я начал летать. Ой-ой-ой. Что происходит? Ты тоже грибов, да, поел? Ну что, постучим? В смысле, баскетбол. Я буду сидеть и пялиться на тебя. Типа, поддержка. Тут реально можно поиграть в баскетбол? Ну-ка, серьезно, можно покидать? Ну-ка, давай-ка я в тебя. Держи. Он отбил! Тут есть хоть какая-то... Как это правильно сказать? Ну, в общем, коммуникация с NPC, он реально отбивает. Нифига себе, я думал, он просто какую-то фигню говорит. О, мы тут работаем, да? Нифига себе, у тебя классная работа. Тупая игра, согласен. Там какая-то штука, там та самая штука, которая мне нужна. Я правда не знаю, что это, но она мне нужна. Так, это у нас что-то типа телепорта. Ну, я в принципе ожидал то, что в этой игре такое должно быть. Ну что, как эти головоломки-то там проходить? Так, но мы уже все знаем, зачем нам нужен телепорт, поэтому погнали к тому самому месту. Не, ну прежде чем мы отправимся, давайте хотя бы посмотрим, как оно работает. То есть мы ставим на Q, ставим точку.
оставляем его здесь, например, уходим куда-нибудь, о, здрасте, сюда и нажимаем на кнопку левую мыши, то есть вот так берем на левую кнопку мыши, телепорт, реальный телепорт, все, точно, бежим к тому месту. Не, ну слушайте, это очень интересная штука, просто посмотрите, я беру, бамс, теперь прыгаю сюда, снова беру, бамс, я оказываюсь тут, это же такая классная вещь. О, написано, курить запрещено. Пока я все это искал, я нашел тот самый глайдер, который очень сильно помог мне в исследовании этого странного мира. Мы реально летаем на параплане, глайдере, как он там правильно называется. То есть теперь я могу... Ой. Я могу с любой точки просто взять, прыгнуть, и мне ничего не будет? Офигеть. Вот оно, это место. Теперь все проще некуда. Мы берем, ставим сюда вот эту вот штуку. Бамс, ставим точку. Теперь подходим сюда. Нажимаем на кнопку, это все открывается. И вместо того, чтобы идти, мы просто снова нажимаем, бамс, и я тут! Я тут! Ха-ха, я же знал, что что-то подобное должно было быть в этой игре, и мы это нашли. Так, ну, а выше нас ждет какая-то странная лестница, но окей, нам уже не привыкать, мы что только не видели в этом мире. Самолет? Самолет? Серьезно? Так, окей, допустим, допустим, мы садимся в него. Давайте, нет, 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 ладно, не давайте, я хотел сюда оставить телепорт. Бамс, и... Что с нами случится? Я вообще не понимаю, что происходит. Меня просто куда-то медленно везут. Мы падаем! Вот тот самый завод. Кстати, нам кажется, весь город сейчас просто покажет как экскурсию по этому странному городу. Правей бери, правей, идиот! Ха-ха, еле вылезли оттуда. Еще один тип. Муха кому-то машет. Она мне машет, хоть кто-то меня заметил. А вот тут мне кажется, что мы будем падать. Надеюсь, у нас будет хорошая посадочка. Тип, осторожней! На сигарете огромный стоит, нифига себе. А, и да, нас тут начинает трясти. Что произошло? Неужели я снова в больнице оказался, и я зря туда сел? В смысле? В смысле? В смысле, разработчики? А, это... Это концовка, то есть все, я прошел игру, и так было легко и просто. Нет, вроде бы тут у этой игры есть две концовки. 2 hours later. Так, а вот эта самая дырочка. Дырочка, дырочка, дырочка. Тут написано не входить, конечно же, мы войдем, да? Здесь, скорее всего, мне нужно на параплане спуститься, как хорошо, что я его нашел, потому что я бы сейчас в больнице оказался. Так, и здесь, а здесь это уже должна работать, правильно, физика? Допустим, 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 бамс. Идеально, теперь только не двигайся. И здесь у нас, а здесь, а здесь... О, мы можем ее даже раскрасить, это наша ядерная бомба будет, осуждаю, конечно, это все. Что нам еще делать? Давайте попробуем. Раз, два, бамс. Тут прям реально череп появился. Я, нет, смысла бежать уже нет, да? Вот и вторая концовка, вот и вторая концовка. What the fuck? У меня просто игра, если что, сейчас вылетела, закрылась. Я снова зашел, у меня тут какая-то фигня, что случилось? Ошибка при загрузке, восстановить прежний файл? Нет. Вы уверены, что прогресс будет потерян? Нет. Хочу восстановить? Да. Что случилось? А, то есть, я как будто бы реально взорвал весь город, но игра мне не дала этого сделать полностью, потому что это какая-то вымышленная реальность или что-то типа того, мне сложно это объяснить. О, голубь, привет. И мне дали снова все перезагрузить. То есть, до последнего сохранения. Что ж, игра очень странная. Странные люди, птицы, мухи, кошки, собаки, все, все в этой игре странное. А вообще, если брать саму концепцию игры, то мы обычные иди... Теггеры. Теггеры, которые рисуют на стенах, домах своего города. У каждого есть своя банда и прочее, прочее. Но как тогда объяснить ту концовку, где мы восстанавливаем все до последнего сохранения? Об этом вы можете поразмышлять в комментариях, потому что в этой игре еще очень много, ну прям очень много всего того, что мы еще не видели. А на этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр, я надеюсь, вам понравилось. С вами был Вайнд, всем удачи и всем пока-пока. Мне страшно. Мой папа – лягушка, а мама – аудитор, брат – наркоман.